Всем привет, с вами Настя из Динамамы. Сегодня я хочу вам показать очень красивый и практичный зимний комбинезон для детей от Рейма. Эта модель в бордовой расцветке производится в размерах от 92 по 140. Выполнен этот комбинезон из дышащей мембранной ткани, очень прочный, с запаянными швами, со специальным покрытием, которое отталкивает воду и грязь, поэтому он абсолютно непромокаемый. В нем ребенку будет сухо и тепло, и при этом он не вспотеет даже во время самых активных игр. Давайте рассмотрим его поподробнее. По бокам два кармана на кнопках. Везде предусмотрены светоотражающие полосы для безопасности в темное время суток на дороге. На капюшоне пушистый и мягкий мех. Регулируется сам капюшон с помощью липучки. Мех отстегивается по краям на кнопке. Сделан в целом на молнии. Защита подбородка от защемления. Здесь дополнительная планка для защиты от ветра на липучках. Внутри подкладка гладкий полиэстер. На воротнике мягкий флис. Есть лямка. Специальная вставка, куда можно вписать данные ребенка. На талии резинка, которая поможет отрегулировать комбинезон по фигуре с помощью пуговицы. Манжеты регулируются с помощью липучек. Также светоотражающие полосы здесь предусмотрены. Внизу брюки дополнены очень прочными вставками. И снежная юбка предусмотрена, которая крепится к брюкам с помощью кнопок и также регулируется по объему. Она сделана на резинке. Защитит от попадания снега и влаги внутрь. Сзади также есть светоотражающие элементы. Отличный вариант для активных прогулок на погоду от +5 до -10 градусов.